Всем привет! Сегодня у меня запись у мастера педикюра. Потом мы совершим прогулку вдоль Дуная. Wieder im Lande? Schön! Столицу Австрии туристы могут увидеть не только во время автобусной или пешеходной экскурсии, но и с борта комфортабельных теплоходов, курсирующих по каналу Дуная в черте города с начала мая по конец сентября, а также в ноябре и декабре. Дунай – великая река. Берега Дуная, протянувшиеся в Австрии на 350 километров, представляет собой один из красивейших культурных ландшафтов Европы. Между Пассау в Германии и Братиславой в Словении он несет свои воды через Верхнюю Австрию, Нижнюю Австрию и Вену. Дунай – вторая по протяженности и полноводности река в Европе. Трансграничная река – самая длинная река на территории Европейского Союза. Длина 2850 километров. Площадь бассейна – 817 тысяч квадратных километров. Берет исток в горах Шварцвальда в Германии. Это. Что это? Thank you.
I don't both. Smoke. I don't smoke. Okay, thank Sorry. You. Sorry. Drei, 30, 40 und heute.